Уважаемые друзья, прежде всего я хочу в этом обращении сказать большое спасибо всем депутатам нашей партии. И прежде всего депутатам местных органов власти, которые на местах в это сложное время помогают людям. Помогают армии, организовывают гуманитарную помощь, помогают выводить людей из опасных участков. Не обращайте внимания на высказывания некоторых политиков, которые уже 2 месяца сидят в Израиле и проповедуют о закрытии нашей партии. Ничего этого нет. Абсолютно незаконно, незаслуженно решение по остановке работы нашей партии в военный период. Мы уверенно обжалуем, уверен, что мы покажем людям, что мы за страну, что мы боремся за Украину вместе со всеми, кто отстаивает сегодня независимость нашей страны, каждый на своем рабочем месте. И это правда, и это люди увидят. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня борется за страну, всех, кто помогает людям, всем вам быть живы, чтобы были живы, здоровы, счастливы и пережили вместе это тяжелое время. Спасибо вам.